Спиночку пригните, я снимаю, молодой человек. Все, ждем еще одного молодого человека. Да, мы же идем в паб. Social place. Да, они меня куда-то ведут, скорее всего, в паб. Они мне так сказали, но это не точно. Да. У нас же левостороннее движение. Они нарушили. Это всестороннее движение. Пахнет спиртным. Ну что? Все забито. Популярный паб. Ну тут душновато, я хочу вам сказать. Наверху-то. Оч. Да, все, можно. О, крутяк. Ну что? Меню. Вот, да, с алкогольным, еще входит сюда. А или входит алкогольным? Сюда, если мы перейдем, правда? 700 с алкогольным, любой, ну, там, пивачек или почти. В общем, надо пойти и заказать на барной стойке. О, да. Пойдем? Давай. Да, видишь, Драгон, по-моему, пробовал, но здесь пробовал только один раз, немного неприятно. Какой тебе здесь? Не знаю. Я как в фильме «Дикий койот». Да, он таки стоит вдоль много, но здесь больше стоит, больше лагера. То есть вот это вот... Эль. Этот, ну, сейчас нет, нету, и вот это тоже, это 4. Там еще один или два эля стоит, но в основном здесь боль, ну, в другом пабе, в котором мы попадем еще потом. Там вот таких кранов стоит только с элем, штук, наверное, 15. Можно попробовать этим тогда. Да? О, я хочу попробовать. Можно попробоваться и уйти. У меня тут много тебе не налит. 50 грамм. Мне хватит 50 грамм. В общем, как там работает эль? Эль похож на пиво. Вообще все эль. Самое дикое, по-моему, в этом паре. В общем, все эль похожи на пиво. Это такое хорошее пиво. Все наливают до краев. Все течет, все мокрое. И здесь даже нет соки. Это так везде. Фишн чипс мы в этом пабе не заказали, потому что его нету, и пойдем в следующий сейчас. После того, как мы не Давай, похож, похож на Макларен в Тбилиси. Ой? Что, свободно? Восьмой. Старенький игровой. Ну, они как игровые автоматы. Ой, смотри, иди сюда. Вот это эль. Так. Это тоже эль. Да. То есть здесь 18 кранов на эль. Нет, там, да, 18. Офигеть. 6 там, 6 там и 6 там. Шли местечко вот такое вот. Камин надо убирать обычно или нет? Не, они убирают. И вот такая вот библиотека такая. Я как бы не хочу. Фотографии со старым Лондоном, наверное, и не только Лондоном. Но и ДЭС есть эль, который привозят сами пивовары, да? Да, да. Ну как, вы сами, они просто сотрудничают с сетью. Подают свое, наверное, какое-то прошение, чтобы взяли и каждые две недели меняется. Так вот мы делаем столик. Потому что тут даже салфеток нету. Нигде в пабах нет салфеток. Зато здесь можно прочитать газетку. Где газетка? Вот.
Газетка. Свежие новости. Спасибо. Да, вот здесь уксус есть здесь. Уксус, кетчуп, майонез, тартар соус. Все можно взять, там есть столик. А это что? Это горчица. Это браун соус, коричневый соус называется. Здесь это не барбекю, это другой. Манговая какая-то подлива. Чуть я не помню, как переводилось. Вот так вот есть. Ням-ням. Можно перевести, не помню, что ли. Ну, в принципе, так, там соль, перец. Хорошо. Штучки такие. Да, подожди, я хочу посмотреть. 1905. Это что? Это дерби. Да, 1905, улица Сент-Питерс, где как раз церковь. И который тебе нравится. 1910. Там раньше был не химик, фармацевт, короче, челюсть. Был челюсть, фармацевт. Лейдис там. Джентльменс. Вот это вот fish and chips, это национальная еда Англии. Не вот это наша маленькая суперпицца. Три штуки стоили сколько? 8? 10. 10. 10 фунтов. Но мы не ожидали, что она такая будет маленькая. Знаешь, просто закажешь 8 ячеек где-то в другом месте, 8 ячеек, а не в пабе, к примеру, да, на заказ ты домой привык. Оно по-другому смотрится. Да, нас обманули немножко. Ну, соль. Сначала уксус, потом соль. Куда? На какую сторону все наливать? Ну, обязательно на картошку лить? Да, это только на картошку льется. А. А у них немного. Ты не переживай, что я с одного края. Пиво надо? Фишн-чипс. Пиво вот здесь не есть, капель. Ну, огорожек как? Да, потом или как? Как-то. А лимончиком обливать? Либо. Сразу обливать все. Так, загадываю, что один. Обычно я ем первый. Быстро все там приносит, все это мало. Посмотрите, кого сюда принесли. А что это такое? Это квест, походу. Блять, кого он там несет, я не понял. Ну, нормальный видос. Клоуна. Да, не знаю. Это кукла, но нормальный видос. Это кукла или это человек? Это кукла, походу. Это кукла, но она довольно-таки реалистичная. А может, эти человек маленький какой-то, но он, блядь, все равно выглядит. Голова двигается. О май гад. Это кукла. Все, выходим мы из паба довольные. Нас напоили, страшилками попугали. И теперь направляемся к дому. Братва моя позади. Вот этот паб. Как он называется? Free House, да? Бабингтон Армс.